Друзья, привет! Вы на канале Дэн Тюнинг, я Денис Иванов. И мы продолжаем курочить старичков. Это два советских мотороллера Т200М. Устраивайтесь поудобней, и мы продолжаем. Хотя стоп, вот прямо сейчас нажми кнопку лайк. Поставил? О, от души благодарю тебя. Ты не представляешь, сколько людей теперь посмотрят это видео благодаря тебе. Вот теперь продолжаем. Гриша молодец. В указанный им срок мотороллер он сделал. И мы приехали принимать работу. Он сказал, все внимательно посмотрите. Если где-то что-то не нравится, тыкайте, подправим. Кое-где мы с Ромой нашли небольшие недочеты, которые при нас были устранены. Уже хотели забирать, но выяснилось, что Гриша забыл про багажник. И ему пришлось тут же по месту его подгонять, равнять, гнуть. В общем, все сделал. Ромка рассчитался с мастером и довольный покатил грузить в бус свой Т200. На улице накрапывал дождик, поэтому пришлось сделать это быстро. Гриша забирал у нас его на своем бусе, он нам его обратно и отвез. Какое-то время Т200 постоял и подождал нас, и, естественно, припылился. Поэтому первым делом сдуваем с него пылинки. И рассмотрим внимательно, теперь уже на солнышке, что у нас получилось. А получилось очень даже хорошо. Новый пол, все детали облицовок, подогнанные друг к другу, лучше, чем с завода. Вмятин нет. Есть только желтый налет ржавчины в местах, где детали касались пальцы мастера. Он везде оставил свои отпечатки. Но это как раз мы уже подошли к следующему этапу доработки. Перед покраской надо еще раз сделать антикоррозийную обработку. Пескоструить уже точно не будем, потому что это не самый хороший вариант очистки кузовщины. От песка металл ведет, а нам уже это не надо. Есть сейчас более эффективные и щадящие способы очистки кузовщины. Например, сода-бластинг. Это когда вместо песка используют пищевую соду. Металл не становится такой шероховатый, как после песка, его не мнет, и металл даже дольше не ржавеет. Но окончательно мы еще не определились, и исполнители не найдены. Ребята, привет! Продолжаем с мистером Лимоном. С вами Роман, Сергей помогает. Раскручиваем полностью, досконально готовим к дальнейшей обработке все детали. Добираемся сегодня до двигателей. Планы грандиозные. Продолжаем! Пока ребята разбирают, я расскажу вам, что к чему. Этап подгонки кузовщины закончился, и теперь предстоит покраска. Поэтому надо все разобрать, чтобы было удобно работать с каждым элементом в отдельности. Ведь красить их надо со всех сторон. Если с элементами кузова проблем в разборке нет, его уже разбирали и весь крепеж новый, то с рамой пришлось повозиться. Ее мы до конца не разбирали, и крепеж ржавый. Каждую гайку брызгали жидким ключом и чистили металлической щеткой. Приятно смотреть на эти сосредоточенные лица и как слаженно работает команда. Ходовая в жутком состоянии. Их, по-моему, никто никогда не обслуживал. Амортизаторы мертвые. Я даже не представляю, что с ними делать. Пытаться восстановить или искать новые. А вы как считаете, напишите в комментариях. Вместо родных резинок уже стоят шланги водопроводные. Сантехтюнинг по-русски. Рулевая почти живая. Смазка давно высохла, точнее солидол напитался пылью, и впечатление такое, как будто все в земле вместо смазки. Но ролики белые, без следов коррозии. Обоймы на первый взгляд целые, но их состояние можно будет оценить только после мойки. Как-то так за несколько часов раскидали мистера Лимона на составляющие, но еще остались колеса. Жидкий стул и гайковер делают свое дело, все открутилось без проблем.
а вот со снятием покрышек пришлось повозиться. Но Рома справился. Ну все, с железом разобрались, теперь переходим к мотору. У нас для начала есть три двигателя. Два мотора – это движки Т200М с Мистера Лимона и второго мотороллера, который пошел на спортивный проект. Третий мотор – от более современного мотороллера Тулица с алюминиевым цилиндром. Его мне прислал подписчик канала Алексей Иванов, за что ему огромная благодарность. Разборку начали с мотора Мистера Лимона. Моторчик с виду неплохой, и приехал он своим ходом, но разборка показала, что мотор уже очень уставший, и его чинили. Вместо сливной пробки оказался болт, вставленный изнутри и снаружи затянутой гайкой. Видимо, замена масла уже не предусматривалась. Моторная цепь растянута в хлам, диски изношены и пазы на корзине разбиты. Откручиваем ведущую звезду и снимаем нажимной диск сцепления, который хитро рассухаривается при помощи болта и ключа. Откручиваем корзину при помощи гайковерта. Чик! Готово! Снимаем ведущую звезду и опа! Подходящего съемника не оказалось, и пришлось мутить его из того, что было под рукой. Можно в любой железке просверлить два отверстия, вот тебе и съемник. Упираем железку в резьбовую часть коленвала и затягиваем болты. Звезда потихоньку начинает сползать. А тем временем Рома чистит раму. Как ни старались ее отмыть керхером, все смыть не получилось, и надо убрать остатки грязи. О, Серега уже скинул звезду, можно дальше по мотору смотреть. Снимаем все лишние детали со стороны сцепления. Втулки, шайбы, стопорные кольца. И сливаем масло, которое не получилось слить через болт. Теперь переворачиваем и разбираем диностартер. Для снятия якоря у меня есть съемник и даже два разных. Под старый и новый образец коленвала. На старых якорь притягивался болтом, а потом сделали резьбовую часть и гайку. В общем и целом, подводя итоги разборки, оказалось, что двигатель с бело-синего Т200 в отличном состоянии. Можно сказать, как новый. И его внутренности пойдут на сборку стандартного мотора для Мистера Лимона. На нем мы только доработаем поршневую, и он будет готов. Третий мотор оказался мертвый, и с него я взял только цилиндр с головкой. Коленвал и диностартер там никакущие. На этом мы закончили с разборками. Рома загрузил раму и все железо в свой автомобиль и отвез к себе в гараж ожидать антикоррозийную обработку. А я разложил перед собой алюминиевые цилиндры от разных версий мотороллеров Т200 с клапаном и без, чтобы изучить их на предмет пригодности для тюнинга моей спортивной версии Т200. Эти цилиндры отличаются. Два основных отличия в том, что у одного выхлоп в сторону под резьбу и гайку и нет лепесткового клапана. У второго выхлоп прямой, и выхлопное колено крепится через фланец на две шпильки М8 и есть лепестковый клапан. Но сам клапан мне не нравится, он односкатный и крепится через кучу резинок, которых в живом состоянии уже не найти. Еще и сама полость клапана неудачная. Нормальный импортный двускатный клапан туда не поставить, он не влезет. Как ее доработать, я пока не представляю. Мне видится, что цилиндр без ЛК проще будет адаптировать. Но у этого цилиндра наружный диаметр гильзы меньше. А я уже заказал большую гильзу, которая еще больше той, что больше этой. В общем, пока я в раздумьях. Может, у вас есть какие-нибудь интересные мысли? Пишите в комментариях. Конечно, хотелось бы иметь вот такую продувку, как на цилиндре Малоси, но не позволяет картер так размахнуться с каналами. Но что-то можно взять за образец и отсюда, например, форму и высоту выхлопного окна. А в остальном будем плясать от родных деталей без глобальных изменений, только доработка напильником. В общем, по котлам я еще пока в раздумьях. Дальше у нас продолжились работы по стандартному двигателю для Мистера Лимона. Я поставил Роме задачу отмыть все детали картера до идеального состояния, для того, чтобы можно было оценить их пригодность для обработки стеклоструем. И еще мы решили обработать заводские косяки литья на видных местах, чтобы после стеклоструя мотор смотрелся еще аккуратней и радовал глаз. Короче, Ромке пришлось попотеть, пока он все отмыл, а потом еще пришлось поработать бурмашинкой и зачистить следы коррозии металлической щеткой.
Теперь, когда все детали чистые и заглаженные, можно вести на стеклоструй. Что это такое? Это когда вместо песка насыпают маленькие стеклянные шарики, и после обработки ими алюминиевые детали становятся как новые. Такая обработка есть у нашего старого знакомого Паши. К нему мы и приехали стеклить. С самого начала как-то у нас все пошло наперекосяк. Оказалось, что когда мы все подготовили, Паша собрался на 2 недели улететь в Японию. Я за день до отъезда уговорил его сделать детали. Система была разобрана для чистки, и пришлось ее по-быстрому собрать. Паша собрал, начал делать. Первая же деталь выявила кучу наших косяков. Во-первых, все царапины и неровности, где мы схалявили, стало видно. И это очень нехорошо. Потом еще и оказалось, что стекло начало матовать поверхность. Оно было уже не первой свежести, и его пора уже было менять. Несколько раз его можно использовать, но потом оно колется, и эффект обработки сильно портится. Ничего у нас не получилось, и решили отложить это дело для следующего раза. Убрать все видимые косяки и повторить обработку новым стеклом. И это пока на сегодня все. Поддержите лайком и обязательно напишите, что вы думаете по этому поводу. Благодарю за просмотр и до новых встреч, друзья!